Заслуженного мастера спорта Украины, участницу Олимпийских игр в Лондоне Елену Буряк поздравили с победой на чемпионате Европы по специальным грибным тренажерам «Концепт». Девушка привозит золото с этих соревнований второй год подряд. На этот раз чемпионат проводили в Венгрии. В том году она установила мировой рекорд. Это было 6:25. В этом году она проиграла себе 2 секунды, но у второй соперницы выиграла 27 секунд. То есть уверена, с большим отрывом. По словам Елены, она сомневалась, что вообще примет участие в соревнованиях. Но организаторы настояли и даже взяли на себя транспортные расходы. Чемпионка признается, эти соревнования были сложнее, чем прошлогодние. И времени на подготовку было очень мало. Чувствовалось сильное давление, потому что все ожидали новый рекорд, действительно. И каждый говорил, ну что, как рекорд будет, как форма, как чувствуешь себя. В принципе, чувствовала я себя так средненько, не очень уверенно, потому что, конечно же, играет основной фактор того, что зимнее время, постоянно где-то переохладился, где-то еще что-то, какие-то постоянно болезни. Сейчас спортсменка готовится к отборочным соревнованиям для участия в Олимпийских играх. 5-7 февраля у нас в Николаеве будет проходить чемпионат Украины. Традиционно он проводится в нашем городе по тренажерам «Концепт». Эти соревнования будут отборочными в сборную команду Украины на зарплаты, степени спортсменов, да, то есть в Олимпийский год. Очень важный чемпионат. Наталья Паламарчук, Павел Ткаченко, MSN Digest.